Меня зовут Илья, я живу здесь, в Перхушково, в 5-м подъезде, 8-й этаж. У нас здесь все хорошо, все просто супер, живем отлично. Илья от своего дома 4Б в Перхушково просто в восторге. И это неспроста. Подъезд номер 10 занял 3-е место областного конкурса в номинации «Лучший отремонтированный подъезд в домах средней этажности». Это городская программа, называется «На мой подъезд». Стартовала программа в 2017 году. И за этот срок мы смогли отремонтировать 2469 подъездов, 908 многоквартирных домах. Если говорить про общий объем, то у нас 2118 многоквартирных домов и где-то 6202 подъезда. Вот такой объем работ, который включен, вовлечен в эту программу. Составили смету на сумму 360 тысяч рублей и приступили к работе, рассказывает директор управляющей компании. Отремонтировали стены и потолки, покрасили металлические поручни, заменили доводчики и плитку. Мы, конечно, обратили внимание на ту плитку, которую уже отремонтировали, всю плитку подъезда. Вот над нами находится переходной балкон 2-го этажа. И на нем есть гидроизоляция. Она в течение 10 лет уже испортилась. И если бы мы сделали ремонт, но не сделали гидроизоляцию и не приложили плитку на переходном балконе, то тогда, естественно, значит, весь наш ремонт бы протекал. Да, поэтому на всех 10 подъездах, и на этом подъезде в первую очередь, было сделано демонтаж старой плитки, новая стяжка, гидроизоляция и тоже новая плитка. Теперь здесь словно не подъезд жилого дома, а картинная галерея. Все стены украшают рисунки профессионального художника. Каждый этаж в своей цветовой гамме. Жители сами подбирали и обсуждали цвета и эскизы. Более того, жители даже изъявили желание поучаствовать финансово в оплате. То есть получилась совершенно незначительная сумма. С каждой квартиры там по 300 рублей они собрали. Это была инициативная группа. Мы закупили краску с силами управляющей организации. Вот все это дело реализовали вот в этом подъезде. Прекрасный пример взаимодействия, да, управляющих компаний с собственниками. По словам руководителя главного управления Московской области ГЖИ Ольги Фединой, образцовое состояние подъезда – результат удачного взаимодействия управляющей компании с жильцами. Мы сегодня увидели как раз тот замечательный пример, когда управляющая компания и собственники настолько плотно и тесно взаимодействуют, что мы видим вот такие приятные, абсолютно атмосферные рисунки, прекрасные чистые подъезды, в которых реально приятно жить. Мы за это бьемся в Московской области уже очень давно, поэтому сегодня, безусловно, мы смотрим на это и радуемся, душой радуемся. В награду жители получили экскурсионную поездку в Солнечногорск. А на будущее глава муниципалитета посоветовал внедрять цифровые технологии, чтобы и впредь занимать призовые места в конкурсах по благоустройству. Нужны такие прорывные решения от входа, от двери, от интерактивных панелей, возможно, датчиков световых для того, чтобы регулировать и яркость освещения. Ну и, соответственно, это поможет еще применить все энергосберегающие технологии, чтобы свет не горел в то время, когда на улице или в подъезде светло. К сожалению, не все дома в округе можно назвать образцовыми. В ходе инспекции в нескольких домах в поселке Усово-Тупик и в НИИСОК Ольга Федина указала на ряд нарушений. Это же неудовлетворительное состояние, точно, абсолютно. Примыкание не обеспечено, смотрите, какие дыры. Все цветет. В течение 2 недель все выявленные проблемы должны быть устранены. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».